без костюма вообще не заходи, это вообще будет жестко. Я могу снять костюм с него, не? Нет, нет, надо... А! Блин! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Семка, Радекс, пацаны, поздравайтесь! Приветики, млечки! Всем привет! Сегодня мы играем новую игрушку на моем канале. Подарил, кстати, мне ее Серега, называется Inside the Backrooms. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем прохождение. Да, это напоминает мне сразу Гаррис Мод. Кстати, а что они такую отсылку странную сделали? Не знаю. Очень прикольно. Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Чем больше лайкосиков, тем больше шансов, что мы максимально много пройдем. Так. Я должен очень встаю. Хочу. Да? Да. Так, я помню, что на G свистеть. Так, ну, пацаны, что, как... по стрелочкам, да, идти, вы говорите? Да, по стрелочкам надо. Ребята, если я буду тупить, не судите меня строго. Потому что в эту игру я играю первый раз. О, сзади Серега, я бегу тебя. Ты кто? Это никнейм это, очень мелкий написан. Это Сёма. Все, погнали вместе. Мне еще непривычно, что он так медленно ходит без шифта. Просто как рахит какой-то. Кстати, Дима, если мы желе найдем, так. Ты схаваешь его, а оно это тебе... Ты, ну, можешь бегать нормально. И стамина у тебя не закончится. Прикольно, а что это какое-то желе? Мы это бонус. Нашли. Понял. Так, что, пацаны, надо ждать вас, да, чтобы мы все вместе зашли да. сюда? Да, вот сейчас мы... Все, давайте. Ждем. Расскажите вкратце про эту игру, что здесь вообще? Я потому что играл в этот режим в Роблоксе. Мне интересно, как это же оригинал мы играем? Origin? Это, короче, надо тут проходить с одного бэкрумса в другой бэкрумс. Постоянно как бы искать входы, да, надо? Да. Все понял. И решать головоломки. И убегать от тварей всяких. Это мы умеем. А ну-ка, давайте посвистим. Посвистите. Не, мы вас что-то не слышим. Слышу. А свистить можно бесконечно? Да. О, вот они вы. А где еще у нас один? Все, давайте, погнали, да? Так, да. Это сейчас у нас будет вторая локация уже, или это была как бы нулевая? Как она еще? Это нулевая. Ага, вот теперь первая пошла. Так, сундуки, да? Ну, не сундуки, а ящики. О, тут три банки. Каждому по одной получается, да? Да, по одной берем. Ну, если что, это, если кому-то не хватит, мы поделим. Так, сейчас подождите, не спешите, дайте я вникну в управление. В разных папках находятся информация о монстрах. Все монстры. Если ага. Можешь, нет, да, давайте проходить, я их хочу вживую увидеть. Хочешь. То, что я про них буду что-то знать, мне это, мне кажется, ничего не даст. Короче, тут головоломка, так, первая цифра 6. 6, 5, 2, 0. А как вы узнали? А тут смотри, Дима, справа налево, короче, справа смотришь, понял, какая понял. Цифра. А слева это код получается уже. Где четвертый? А я уже зашел, то я ж полицейский. А, это серый. Это Серега у нас хитман, а я охранник. Короче, Дим, побежали тут. Достижение дали мне в стиме какое-то. Ой, подлагало. Смотри, Дим, вот здесь это есть фонарики. Берите воду, у кого нету, тут фонарики должны быть. Так, давайте. Берем каждый по фонарику. Отлично, я взял фонарик. Как светить им? F. Значит, я не взял, стойте, ну подождите. Нет, я его не взял. О, фонарик бесконечный? Да. О, это короче, хорошо. Это хорошо. Надо сейчас аккуратно будем. Ну, пока монстров не будет, вроде бы, я надеюсь. Так что потихонечку можем бежать. Потихонечку бежим. Такая музычка антуражная. Очень классная игра. Серега, спасибо, что ты подарил эту игру. Да я рад это только помочь. Так, я сейчас тут проверю комнату. Опа, это я в ящике могу от монстров прятаться, да? Да, ну я не советую тебе долго в нем находиться, Дима, потому что у тебя психика, ну это психика, может быть, это плохо будет. Серега, оно мне и так не очень нарушено и так. Так, вы ж меня не потеряйте меня, то я боюсь тут один находиться. А вы где? Я вас уже потерял. А мы тут возле ящика трёмся. А вот. Я нашел. А, так, тут... Я тут... нашел телевизор и часы. Так, Серега. Дима, тут это таблетки есть, это взять тебе? А у меня есть одна пачка. А тебе мало будет. Одной. Давай, все, взял. Я вот тут в ящике есть. На. И... Серега. А что это такое мандельная вода? Взять ее тоже?
Это минимальная. Аптечка, это аптечка, по сути. Мандаль. Тут больше ничего нету, пойдем. Погнали. Пока монстры не появились, это надо все быстро делать. Как от монстров убегать? Хоть вкратце расскажите. Shift и бежать от них. Не, я понял, а как от них прятаться? За угол круглого дома забегать? В ящики. Ага. Понял. Есть еще сейф-зоны некоторые, но надо найти для начала. Так, еще вопрос. Сколько здесь всего таких уровней? 4, кажется. 4. Или 3. Это с нулевым 4, наверное. Дима, пойдем, я тебе сейчас покажу первую это, головоломку, как можно пройти. Так, давай, вот, давай. Короче, вот смотри. Лежат 9 трупов. Так, мне надо отметить кровавые все. Раз, два, три, четыре. Ага, все. Ты уже открыл. Молодец. Да, я уже открыл. Радекс. Берите. О, что, молоток? А что молоток дает мне? Мы можем вазы ломать. Я взял. Погодите-ка. А какие части тела мы нашли трупов? У меня ухо и пальцы. Серега. У меня глаз и нога. Пока что это оставим. Нам надо сейчас кассету найти. Без офигеть, тут что, надо еще трупы собирать? Или что тут надо делать? Просто положить несколько частей тела, и потом откроется секретная дверь. И там мы подберем антирадиоактивный костюм, потом маяк и огнетушитель от радиации. Блин, да игра прикольная, мне реально она нравится. Опа! Там монстр, да? Что делать? Беги, просто беги. Эй! Твою мать, он за тобой! Он за мной? Серёг, Дима... ты, короче, понял, да? Где он спавнится? Да. Я в ящик не могу забраться. В этот ящик. Я понял, мне нравилось, что калачиком свернулся. А, кстати, Дима, ты заметил, свет покраснел? Это означает, что монстр здесь. Да? Рядом где-то. Да. Дима, мы тебя Серега, видим, сейчас... мы тебя видим. А как вы меня видите? Серега, ты посмотри. Давай, ты пока... Ой, рожа. Не смотри на нее. Это Сёма. Ты меня пугаете, это игра стрёмная. Рожа пропала. Тихо, красный свет. А! Молодец, Радык, Сёма, молодец, Сёма. А фонарик она видит или нет? Я бегу нафиг. Дима, беги лучше. Пока. Она не за мной, она за тобой побежала. Ого, она орёт, ребята. Прям в динамиках слышно, где она бегает, в наушниках. Ё-моё, вы мне что, игру эту подарили, что я потом ночью плохо спал? Серёга, спасибо тебе большое. На здоровье. Это же стрёмно. Это тебе не Гаррис Мод, Дима. Так, да. Если, ребята, этот ролик наберет много тысяч лайков, давайте 3000 лайков, или много плюсиков, если будет много плюсиков в комментариях, то мы сразу запишем вторую часть. А мы и так ее пройдем. Даже если вы не поставите, мы все равно ее пройдем целиком. Дима, ты где? Я вот на том же месте, где трупы валяются. Пас. Оставайся. Я боюсь двигаться, вы меня напугали этим монстром. Блин, я своей тени испугался. Ну, ё-моё. Ну да, эту тень свою увидел и испугался. Уже ненормально. Так, а что нам делать дальше? Как нам открыть калитку? Твою мать, она за мной, Дима! Да блин, я тогда опять сюда приду лучше. Нет, она далеко от вас. Она далеко от вас. О, тут записка на полу, ее надо брать? Можешь почитать, если хочешь. Речь идет о пропавших без вести людях, которые были найдены, свалены в этом месте. Некоторые их тела были найдены с какими-то аномалиями. Найдите кассету для получения дополнительной информации. Короче, эту кассету найдем, Дима, и по этой кассете мы расшифруем код. С помощью этого кода откроется секретная дверь, где лежат антирадиоактивные костюмы. Это у меня теперь еще раз вопрос. Этот монстр теперь по карте будет бегать постоянно? Тут три монстра, Дима, будет бегать по этой карте. Короче, станину на бег лучше лишний раз не тратить, да? Если у тебя есть это халявное желе, то можешь не париться. Опа, Радекса вижу. У меня психика... А как вещи употреблять? Просто два раза клацать на них и все, да? Букву I, это левую кнопку мыши, использовать. Это если тебе... Вижу, использовать, бросить, все, есть четко. Я нашел часть тела, нос, ребята. Так, я теперь буду с Радексом бегать. Я, пожалуй, что-то психика плохо, я, пожалуй, съем таблетосы. Я, кстати... Дима, там лицо. Вижу. Не смотри на него. Не смотри, оно тебя сожрет, Дима. Вы чё, я не знаю, куда приткнуться? Я ещё тут запутываюсь, все одинаковые стены.
Так, короче, я сейчас буду активировать секретную дверь и гадать часы, какой код у них. Опа, стекло разбилось, да, я слышал. Это я разбил, это я вазу разбиваю. Нифига себе тут слышимость, прям хорошо слышно, отлично. Тут в вазе лежит ключ, короче, красный. Понял. Собака. Тут, где она? Тут разные, да, монстры и собаки. О, вот она здесь, короче, она у меня. Я Дима, нет, там, вот все ушло. Я отвертку нашел. Отвертку нашел? Ты открыл дверь? Да, она в секретной комнате была. Ой, у меня на распад это как прогружается, да, локация здесь? Да. Ну, микроподлагивание есть. Ну, мини-мини такое совсем. Блин, Дима, я что-то не могу найти красный ключ, но я сейчас его найду. Я помогаю, что же, мы с Радексом бегаем, просто я один боюсь бегать здесь. Я еще первый раз играю в эту игру, мне еще надо изучать тут все. Когда я уже, наверное, поиграю пару разков, я буду знать четко все. О, мы нашли какую-то штуковину. Что а какой? Штуковина? А замок с паролем. А это надо часы надо отгадать и... Сейчас я угадаю. Давайте, лежит. Мы вас тут ждем. Угу. В ящиках уже, да, ничего нету, понял? А что тут бывает, как бы у меня психика, да, теряется? Да. И у меня начинает то картинка, что, портится? Дима, прячься! Да. За вами собака пошла? Да. Блин, она прям рядом! Она рычит, она значит ищет тебя, Дима. Все, вроде перестала рычать. У меня сердцебиение. А она может на месте стоять и ждать нас или нет? А она, если ты будешь с ней поддерживать контакт, а не убегать от нее, то она будет стоять. Она передо мной стоит. Я ее видел, она, короче, у нее жопа через стену торчала. Прикольно. Так она ушла с у меня психика портится. Она двери может открывать? Нет. Да. Может. Может. Твою мать, зря я побежал. Ой, я дверь закрыл. Так, мне надо таблетки, да, принять, если у меня такие глюки? Если да. У тебя сильное сердцебиение, глюки какие-то, то лучше выпить. Блин, да ты дверь открыл дверь, я думал, это пес уже ходит тут, открывает калитки. Все, у меня прошло, я использовал таблетки, еще двое таблеток осталось. А у меня еще куча есть, я могу, если что, тебе дать, если что, таблетки. Да, я слышу, тут собака бегает до сих пор это. Она рычит, блин. А что делать, она меня бьет. Беги, Тима. Прячься в ящике. Да ё-моё! Ты живой? Да. Я живой. Прячься в ящике. Я не вижу ящики. Ищи ящики. Да не вижу я ящики. Дима, там их много в той комнате, в которой ты только что был. Я пока ищу ключ. Я таблетки ключ использовал. Да. И воду, да, еще надо выпить, чтобы этот было? Ай, блин, эта тварь прибежала ко мне. Ой-ой-ой. Все, я восстановил хп себе, отлично. Я первый раз играю, что вы от меня хотите? Я боюсь эту игру, я редко игры боюсь, а эту я боюсь игру. Здесь такое еще, знаете, музыка стрёмная играет. О, тут челик труп лежит. Не заходи в ту комнату, там радиация, она убьет тебя. Понял. Без костюма вообще не заходи, это вообще будет жестко. А я могу снять костюм с него, не? Нет, надо... Блин! Ё-моё, я повернулся, и сзади монстр меня убил. Он сзади стоял. Рожа. Вот. Да. Я его не видел, он телепортировался ко мне. А надо за стенку отходить, чтобы... А что теперь делать? Так, найдите светящуюся дверь. Да. По сердцебиению определяй, Дима, её. Так, назад, где-то здесь. Можешь выманить, пожалуйста, эту собаку на себя, пожалуйста? А я ушел. Все, я нашел эту дверь, ребята, я нашел. У меня теперь все слетело, нема, да, ни инвентаря, все пусто. Ё-моё. Нет, под себя посмотри. В трупе посмотри своем. Он под тобой появляется, забери все вещи. Да, забирай. Отлично. Блин, а че он телепортировался ко мне, эта морда? А она ко всем так будет телепортироваться, расслабься. А, все, я просто самый новенький, не думаю, я тебя напугаю я. А, ну ты, главное... Стой на месте и смотри по сторонам. Если увидишь, то лучше за стенку отойти, чтобы эта рожа тебя не схавала. Опа, открылась какая-то вентиляция у меня. У меня, если что, руки есть. Это нам надо туловище какое-то Франкенштейна собрать, или что? Нет. Просто вот эти части тела надо положить на трупы, и там эта загадка решится. И мы сможем пойти дальше. Собака опять! Я бегу, короче, к вам. Я тут... Я сел. Больше... В ящик? Да, собака мне этот не откроет ящик, не замочит меня. Нет, они тупые. Они долго будут этот меня искать?
А они тут просто постоят пару секунд и начнут уходить. Я могу выманить, в принципе. Я бегу. Она ко мне пришла. Я вышел. Так, я не употреблю. Сейчас я смотрю, куда собака идет. А! Блин, да опять какой-то монстр пришел, я в ящик сел. Да господи, я не могу в эту игру играть, она мне страшная. Он ушел, он отшкрябал от меня. Эй, блин, я нажимаю, он опять пришел. Собака вентиляцию свалила, ребят. Ух, слава богу. Что за канатноголовый черный, который тут? Что там было? 4-3-3-6. А ты где? Ты у телевизора? Скажи мне, пожалуйста. Нет, я не у телевизора. Я у красного рядышка. Я, короче, зубы нашел, руку и глаз. Господи, тут у меня нож... жесть, как все сложно, ребята. А, так, идемте, идемте. Идем, Серега. Ой-ой-ой, канатноголовый там, Дима, аккуратно. Видишь, красное горит? Это вот да. Канатноголовый здесь, значит. Аккуратно. Офигеть, вы уже, конечно, научены. Я бегаю здесь, сливаюсь. Радекс, не стой. Ящик занят, если что. Ящик занят мной. Так, я в часах стою. Привет. О, мы с Радексом за секунду добежали сюда. Ха-ха-ха, вот это жесть, ребята. Я просто открываю дверь, посмотрел за дверь, а он там стоит. Вот это трэш какой-то. А, меня убила эта рожа, Дима. Меня рожа убила. Что, Радекс, нету никого? Да вроде нет, пошли. Тут еще два шкафа было как раз. Эта тварь за Сёмой побежала. Сёма, окажись, это труп, как я. Ты в опасности. Нет, Серега, нет. О, нет, да, красный мне горит. Я спрятался в ящичке. Эх ты, блин. Сыкво, а я как человек умер. Как человек. Но главное не получить люлей. О, красным горит. Значит, что здесь? Кто-то есть, да? Это тварь здесь. Да. Дима, а мы... Да, пойдем сюда. Ой, тихо. Нет, тут нету. Побежали. Бегу со всей силы. Все, я открыл дверь, заходим. Тут следующая загадка, Дима. Тут смотри, надо будет по картинам определить это буквы. Ой, господи, вот это тут вообще... Фонарик. Ребята, как эту игру играть, если не знаешь, что делать? Это вообще трэш. Какая тут буква? Я не вижу. Так, а тренируюсь в шкафчики залазить. Здесь буква Си. Си? Ну, С, да. А где вы увидели ее там? Так, первая буква С. Да. Вторая. Где они тут видят буквы? Где вы их фонариком, тут видят? Фонариком. Свети на картину, и она просветится там. Ребята, тут эта тварь, походу. Она сейчас сюда, кажется, зайдет. Ой, красным светится, надо валить. А куда? А тут два шкафа есть. Где вы там светите? S-A-N. Блин, дурак, ну где они тут буквы видят? Где? Сёма, дай я открою. Диме трудно. Да, ну я в шоке, как вы там что видите? Если вам понравилась эта серия, вы хотите продолжение этой крутой и страшной игрушки, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.